Да не, ну не будет бить, но отыгрываться пол матча, вернее 90%, чтобы ударить такой шар, ну это просто бредятина. Ну я даже не знаю, как это назвать. Ну просто смешно. Ну вероятность забития, ну причем он бил-то не от первого шара вообще, а от второго, там был такой тонкий свояк. Да. Ну вот если я бы играл бы с Александром, то я бы, конечно, отъехал. Счет 44-44. Но с другой стороны, он понимает, что 6 шаров сейчас Плишкин не соберет. Вполне возможно, что вот будет делать выход и ошибется. Да, молодец, Егор. Это, конечно, стальные нервы нам бы ту. После Владимира Рейса, который при счете 49-49 в матче с как раз с Алекс... Как он целясь с левым винтом смог забить прямого шара, да еще подкатить? Что за магия такая? Да. Ой, отличный подбой. Вот не везло, не везло с подбоями Егору Плишкину, и наконец повезло. И вот честно, не ведаю, что у Александра там приключилось в голове. Столько он отыгрывался, столько пытался догонять, догнал, перегнал и сделать вот такой удар. Даже как назвать. Не очень хочется Александра обидеть, но мне кажется, удар очень глупый. В американку, свояка в отскок. По факту. Все шары раскатились. Да. Мне даже немножко обидно за Александра, если честно. Аплодисменты, аплодисменты. Ну, собственно, не зря. Ну что, вот он. Легкий мандражец. Я думаю, что у Егора сейчас присутствует. Забивает Егор крайнего шара. Выигрывает матч. Безумство храбрых не помогло Александру. Проиграл он.